Так, мы сегодня в Печатниках, у нас прекрасная погода, утром еще были на Moscow Raceway. В общем, сегодня тренирую на M3 G80. Очень прикольная тачка, мне очень нравится. Многие, кстати, говорят, что по сравнению с F-серией она сложнее управляется, но я бы не сказал. Есть свои нюансы, но как будто бы точности вот именно у G-серии побольше. Ну, как по мне лично, по крайней мере, на площадке так показалось. В общем, я кайфую, владелец тоже кайфует. Прекрасный денек, прекрасное времяпровождение. В общем, если кто хочет, пишите, директик, подписывайтесь. Всех научим сначала крутить пятачки вокруг конуса, потом вокруг двух конусов. Вот. А когда вот это научитесь, уже конфигурация трека любая будет вам понятна и ясна. В общем, мы поехали дальше. Раз, два, кидаю боль на куплет. Я живу и мне не нужен совет. Багеры, камни, VVS. Я кладу на браслет. Тебя любят там, где меня нет. Помню времена, когда мы были на дне. 10 лямов на моей.